Очень сложно стоять на ножках маленькому малышу. Очень сложно, конечно. Ничего, мы научимся. У них, в принципе, природа заложена вот так вот падать и лежать. А он и встать хочет, и особо не может. Тяжело стоять ему пока. Но он, по крайней мере, уже немножко держится сам. Тоже вообще не держался. Ну, он травмирован. Скажи, полпопы откусили. Конечно, на заднюю ножку я не могу опереться-то. Ты знаешь, он не может рассказывать. Он может и может, но мы не понимаем нифига не бельмеса. Глупые женщины, мужчины. Скажи, вы не понимаете. А ты понимаешь, спроси у него тогда сам. Сказать тебе, куда он послал тебя?